15 лет тюрьмы за социальные сети. Борьба с хиджабом. Чиновники навязывают так называемый национальный костюм. 90 тысяч сообщений в сутки от исламских групп. Таджикский депутат. Суд города Худжанда приговорил местного жителя к 15 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима, посчитав его виновным в участии в исламском движении Узбекистана. А ранее 30-летний местный житель был задержан сотрудниками правоохранительных органов Сахдийской области, и на него было возбуждено уголовное дело по статье 307 УК РТ. В суде сообщили, что согласно материалам уголовного дела, осужденный вступил в ИДУ через социальные сети. Наблюдатели в Таджикистане отмечают рост количества приговоров по сфабрикованным уголовным делам, аналогичных этому. Задержанный, вероятно, просто просматривал и комментировал исламские видеоролики в социальных сетях, что и стало поводом для такого обвинения со стороны таджикских спецслужб. Таким образом, власти Таджикистана борются с распространением информации и с исламским призывом в сети интернет и социальных сетях. После таких жестоких приговоров, как ожидает режим Рахмона, люди будут обходить стороной в социальных сетях любые политические и религиозные темы. Таджикские власти принудили сотрудниц одного из государственных учреждений ходить на работу в одежде, не соответствующей канонам ислама. Так, 27 женщин-сотрудниц Межрайонного бюро технической инвентаризации Бабаджан-Гафуровского района Сагдийской области теперь ходят на работу в единой форме одежды – таджикских национальных платьях. Как сообщила Веста, источник в МБТИ Бабаджан Гафуровского района, такое решение принял глава МБТИ Бабаджан Гафуровского района Олимбек Юлдош Зада. По словам источника, женщины составляют 30% от общего количества сотрудников МБТИ. Решение о единой форме одежды женщин принято в целях популяризации национальной женской одежды. Историки отмечают, что навязываемый сегодня властями женщинам Таджикистана так называемый национальный костюм весьма далек от того, как на самом деле одевались женщины региона в течение многих веков. С приходом ислама одежда женщин стала исламской и оставалась такой до 20 века, пока не пришла советская власть и не придумала для женщин каждого оккупированного народа свой так называемый национальный костюм который, естественно, не должен был содержать в себе покрывающий голову платок. На днях в ходе обсуждения законопроекта произошел информационный вброс со стороны депутата таджикского парламента. 7 июня в Душанбе на заседании по внесению поправок в закон РТ об оперативно-розыскной деятельности депутат Джурахон Маджидзода заявил, что якобы 90 тысяч сообщений ежедневно получают пользователи интернета в Таджикистане от различных исламских группировок из Сирии с призывом присоединяться к ним. По словам депутата в Таджикистане, количество пользователей интернета достигает трех миллионов человек, и 80% из них имеют доступ к так называемым нежелательным сайтам. В связи с чем, отметил Маджид Зада, оперативно-розыскная деятельность против исламских групп должна быть усилена. Использование информации из интернет-ресурсов повысит уровень раскрываемости преступлений, связанных с призывом вступить в ряды террористов, считает депутат. Таким образом, все это ведет к тому, чтобы спецслужбы собирали информацию о жителях, которые интересуются исламом или исламскими движениями через интернет. Кроме того, согласно планам парламентария, пользователи интернета, увидев распространение неугодных властям материалов, будут обязаны сообщать об этом в правоохранительные органы.